Более 2500 человек приняли участие во Всероссийском фестивале беспилотных авиационных систем «Дотянуться до неба» в Приморье. В течение 2 дней здесь работала экспозиция ведущих приморских производителей, проходили мастер-классы, практические занятия и лекции. Правительство Российской Федерации утвердило национальный проект по развитию беспилотных авиационных систем. Безусловно, наш регион не мог остаться в стороне, одним из первых начал реализовывать соответствующую повестку в крае. А если 2 года назад еще отрасль беспилотной авиации была на каком-то очень низком уровне, то сегодня мы можем смело говорить о том, что это одна из ключевых отраслей, которая занимает лидирующие позиции в экономике региона. Мы очень надеемся, что те дети и та молодежь, которая сегодня будет посетителями этого мероприятия, в будущем направят свой взор на эту отрасль и, возможно, станут ключевыми участниками этих событий. В этом году фестиваль «Дотянуться до неба» проходит в 18 регионах России. В нем уже приняли участие около 50 тысяч человек. На фестивале у нас 3 трека. Есть трек «Мечта», он для школьников. Для того, чтобы школьники окунулись в отрасль БАС и поняли вообще сферу применения. Потому что у нас беспилотники применяются как на хозяйственном уровне, так и в космосе. Они могут заинтересоваться и дальше понять, а куда им дальше можно было пойти в регионе, если им интересно заниматься беспилотниками. Отдельный трек технологии, он для студентов СПО и университета, для того, чтобы понять, какие сейчас технологии находятся в тренде, с чем можно работать, так же, как на Земле, так и в космосе. И есть трек общества, он уже, это деловая программа, он посвящен тому, чтобы обсудить, а как развивается отрасль БАС сейчас в регионе. Мероприятие организовано университетом 2035 при поддержке Минобороны России и Национальной киберфизической платформы «Берлога» в рамках проекта «Кадры для беспилотных авиационных систем». Артем Белов, Елизавета Драгомирова, новости на Восьмом.